Всем, друзья, привет! Отличнейшего настроения! Будем смотреть очередную посылку. На мой взгляд, интересный смартфон. Если не смотрели предыдущий обзор на данный смартфон, посмотрите здесь под буковкой i. Zenfone 5. Многим людям понравился, судя по отзывам. Там более 250 тысяч просмотров. Смартфон, ого, посылка. Туго выходит. Смартфон действительно интересный, но не все так идеально. Не бывает идеальных смартфонов. Я в том обзоре более детально рассказал о смартфоне, что мне понравилось, что мне не понравилось. Какая-то черная штуковина, что это такое? Думал, какая-нибудь китайская моль. Нет, не дадим мы съесть ей смартфон. Давайте посмотрим, что нам положил продавец. Сейчас я достану, чтобы не говорить и не шурудить, потому что плохо микрофон на это реагирует. Вот так вот. Пупырку не буду разрезать, легко рвется. Молодец, хорошо продавец упаковал. Липнет пупырка полиэтилену. Все, освободились мы. Zenfone 2, друзья, на Intel Atom Z3560. Именно брал этот смартфон. Почему? Потому что я считаю, 4 гигабайта это уже лишнее баловство для гиков, которые будут везде кичиться на каждом углу, что у них 4 гигабайта. Силиконовый чехол обычный. Ну, тоже подарок, спасибо за это. И разница в цене, вы тоже видели, сколько стоит 4-гигабайтная версия от 2 гигабайта. Разница только практически в процессоре. 1.8 от 2.3 не такая уж значительная, а цена действительно разнится, как говорится. Тем более, есть слот для microSD, особой разницы, если честно, я не понимаю, зачем за это платить. Пленка стандартная, то есть, вообще тут рисунок какой-то с Galaxy, ну, написано, что для Zen 2 2. Так, коробка, очень похожа на предыдущую, с такими же вырезами, только там были обозначения, то есть, камера вы видели, а здесь просто непонятно для чего, такой себе ребрендинг коробки предыдущей. На китайском языке, версия тут Тайвань написана, что все что угодно, но, как правило, всегда в Китае появляется, а потом уже в Европу. Вот я уже и запамятовал, как это все открывается. Вот видите. Тяну-тяну, а как точно? Вот ты, господи. Так, ну вроде бы ж так и вытаскивается. Да, вот так вот и вытаскивается. Просто здесь неправильно упаковали. Я уже хотел на производителя грешить. То есть рисунки пропали. Вот так это должно было вставлено изначально. Видите, да? То есть надписи. Вот так, если считать, то тут видно. 4G сети, батарея 3000. Full HD дисплей, Bluetooth 4-го поколения, моднявая камера. Ну, посмотрим. То есть, коробка интересная. Давайте смартфон вытащим. Посмотрим, что в комплектации. Да, смартфон действительно интересный. Два радиомодуля. Большая редкость в наше время. Многие люди на это уже не стали обращать внимания. Но есть смартфоны с двумя радиомодулями. То есть, без проблем вам могут и дозвониться, когда вы разговариваете. И мои адреса. Гарнитурка, хотел сказать, гарантийка. На китайском языке, возможно, на английском есть, но все сейчас грамотные, поэтому нет смысла ее описывать. Бумажку бесполезную. Кабель USB стандартный. Здесь так аккуратненько, в пупырках все, то есть видите. Вилочка, переходник. И, судя по всему, блок. Вот он валяется, его просто прижали. Блок, конечно же, без переходника, поэтому есть переходник. И по этой вилке сейчас посмотрим, сколько здесь. Если не ошибаюсь, 1,35 ампера. Вот так вот. Интересно, почему так? Ну, в принципе, большинство 1 ампер, 5 вольт идет. Все, коробку забираю в сторону, неинтересно больше. Теперь о смартфоне. Достанем вот это вот чехла, точно так же. И там было упаковано пленки, вот эти все. Чтобы аккуратненько... Ай, прилип. Влип очкарик, как в известном кино, пальцем. Многие друзья обратили внимание сразу же, конечно, на внешний вид. Очень привлекательный внешний вид, тыльная сторона. Здесь пластик, здесь нет металла, но структура таким образом сделана, что якобы не шлифованный металл. Особенно если не прикасаясь, то кажется, что действительно здесь настоящий металл. Что-то есть от всем известного LG G3, что-то от HTC M8. Ну, вот такое вот необычное решение. Здесь, в принципе, та же качелька громкости, громче, тише. Давайте я включу, наверное, смартфон. На тыльной стороне, хотел сказать, находится сверху, непривычно. Сверху находится кнопка включения, вход под наушники, на левой грани ничего нет, справа у нас также ничего нет, так как качелька громкости вся находится вот здесь, то есть вот так вот, громче, тише. Те, кто пользуется LG G2, G3, те, конечно, уже привыкли к этому.
Поначалу кажется неудобным вот такое вот решение. Вот Intel Atom, всем известный процессор. Да, прикольно, приятно. И на ощупь такое. Но опять же, оно, видите, шероховатое. По идее, отпечатки пальцев здесь не будут сильно видны. В цвете вот таком вот темно-сером. Здесь динамик находится. Конечно же, логотип, вход, маленький микрофончик разговорный. И по центру синхронизация с компьютером. Давайте посмотрим, друзья, что под крышкой скрывается. Ого, крышка такая тугая. Не так просто сразу открыть. Но мы открывали разные крышки. И тем более с Asus справимся. Аккуратненько, по периметру, не спеша. Здесь, судя по всему, беспроводная зарядка, если я не ошибаюсь. Вот этот вот прикольчик находится. Я не думаю, что это NFC, потому что здесь не так. Скорее всего, беспроводная зарядка. Ну, не знаю, точно не помню, не буду утверждать. Посмотрим. Точно такая же версия, только с 4 гигабайтами, как я уже говорил ранее. И процессор чуть повыше частоты. Но разница там действительно ощутимая. Поэтому я не вижу смысла переплачивать. Батарея на 3000. Друзья, батарея несъемная. Две симки. То есть вот так вот распоркой вставляется. И здесь тоже. Если вот так вот прикрывать, то вот эти вот две прокладочки, то есть они преграждают путь, чтобы симки не выскочили. Мало ли что. Это тоже мелочь, но вот такая вот продуманность, я всегда это приветствую. Вход под microSD стандартно, если не ошибаюсь, 64 гигабайта максимальный объем. Вес смартфона 170 грамм. В принципе, не такой уж и легкий, но и вес должен быть у смартфона приличный, так как диагональ 5,5 дюймов. Больше здесь нечего разглядывать, рассматривать. Микрофончик, снизу динамик, с правой стороны находится. Здесь, видите, закрыто. То есть, чтобы пыль, влага не попадала. Это тоже, соответственно, правильно, чтобы не засорялось, а здесь не попадала какая-нибудь мусор и так далее. Ну, давайте закроем крышку. Крышка хорошая, плотно садится крышка. Вот, буквально на раз-два, видите, даже не нужно тут прижимать что-то. Ну и сборка здесь просто практически монолитная. Не знаю, как это будет в процессе, но очень качественная сборка. За сборку вот поначалу ставлю 10, даже не 9, потому что настолько все монолитно. Ну и бренд, соответственно, известный. Здесь еще маленькое отверстие. Судя по всему, здесь под видео микрофончик, когда записывать с видео. Двойная вспышка, двуцветная. Это тоже приветствуется для фотосъемки, так как они рекламировали свою камеру, якобы модную. Ну, посмотрим, будем тестировать. Пока что не о чем говорить. Камера на 13 мегапикселей, фронтальная на 5. Все датчики стандартно присутствуют. С внешней стороны, то есть лицевая сторона, вот так вот выглядит. Внешняя, конечно же, очень привлекательная. Точно так же похож он на, видите, по привычке сюда пальцем. Ну, можно, по идее, нет, нельзя пока кнопками разблокировать, только вот так вот. Классная оболочка, мне нравится именно у Asus, прикольная оболочка, у них интересно все сделано, то есть очень вылизано, так сказать, потому что большинство китайских производителей ставят голый Android, здесь не все так просто, здесь действительно очень удобно, сейчас посмотрим индикации, где же у нас яркость, ну давайте, наверное, сначала в статус-баре посмотрим по яркости, у нас 50% сейчас установлено, но данного запаса яркости на 50% не так уж и много, недостаточно. Я это выделял еще в обзоре у Zenfone 5. Запас яркости не такой уж высокий. Хотелось бы выше, как минимум процентов на 30. То есть, смотрите, вот 30%, друзья, 1 гигабайт памяти якобы у нас используется. Ну, видите, вот я очищаю, сейчас посмотрим. Гиг 244 достаточно. То есть, из коробки при первом ребуте гиг 240 мегабайт, на мой взгляд, достаточно. Я не знаю, зачем 4 гига, это надо в игры играть, как я уже говорил, там 2-3 игры сразу, чтобы у вас висели в кэше, закладок куча, еще каких-то приложений. 2 гига хватает, 3 с головой, 4 это уже баловство. Суперюзер права стоят, тоже хорошо. Ну и запас яркости, обратите внимание, возможно, где-то стоит энергосберегающая галка, вот не знаю, сейчас посмотрим. Баланс, а вот видите, то есть вот такие теплые цвета, особенно это удобно для тех, кто читает в вечернее время, особенно текст приятно читать, это мне понравилось. То есть, вот такой вот эффект, ну, баланс, давайте стандартный поставим. Где-то, наверное, стоит Smart Setting, да, вот видите, экономия. Но все равно, при 50% недостаточно яркости. Wi-Fi, вращение, интернет, вот видите, Smart Setting, то есть смартфон работает в экономном режиме. Управление одной рукой. Quick Memo. Это фишка. Фонарик. Двойной светодиодный. Но светит ярко. Довольно-таки ярко. Именно сконцентрирован, видите, пучок света в одном месте. То есть, если что-то на небольшом расстоянии, будет здорово. На больших посмотрим. Будем смотреть. Здесь тоже, видите, есть и пульсация, и посос. То есть, кому-то, если будет кто-то нуждаться в помощи.
тоже своего рода. Так, и нестандартный вид раскладки, то есть обычное меню с левой стороны, здесь местами поменено, то есть меню назад, подсветки так как не было, так и нет, в металле выражено, здесь легкая такая вот насечка мелкая, ну красиво, то есть смотрится с переливом вот так вот. Дизайн внешней панели остался такой же, как у Zenfone 5, ну заднюю, конечно же, переработали по зажатию. Приложения, настройки, то есть немножко переработано, здесь обои, видите, иконки, нужно осмотреть, разбираться, можно в настройки зайти по кнопке. Но молодцы, мне нравится, что они работают, то есть видите, главный экран, экран блокировки, на оба экрана можно выбрать обои, единственное, непонятно, анимированные, жимые и стандартные обои. Вот стандартные, то есть Google нас посылает, или те, которые предустановлены, то есть ничего лишнего, обычные цвета. Вот такие вот ядреные. Желтый, синий, красный. Ну да, интересная расцветка, конечно. Ну, давайте пока выберем бордовый, потом уже у нас более детально. То есть ничего лишнего, все удобно, все понятно. Хороший перевод. Видите, здесь часы с человеческим переводом. Не криворуки, то есть от региона, будильник. Все здесь вылезано. Мне нравится именно оболочка. Ну, конечно же, внешний вид тыльной стороны впечатляющий. Красивый, приятный, при том, что это пластик. Ну, желательно использовать какой-нибудь, опять же, как мы смотрели, распаковки, силиконовый чехол, потому что пластик имеет, как мы знаем, любой, даже металл, свойство царапаться, а пластик тем более. Поэтому это хорошо, что поставляют даже изначально дешевеньким силиконовым чехлом. Большинство смартфонов не всегда передают в правильном цвете, здесь однозначно плюс. Цвет именно такой, как есть. Именно я смотрю вживую, поэтому говорю, как есть. Здесь однозначно плюс. Ну, вот такое вот первое впечатление о смартфоне. Камерой попользовался, слегка подогревается вот в этой области, но слегка, то есть не горячая. Это не Snapdragon 800, 801, там 810, вообще кипяток. Если выкрутить максимум яркости на 100%, то может вообще перезагрузиться или выключиться от перегрева. Здесь пластик, соответственно, металла здесь нет, не будет так тепло держать. Ну, очень красиво сделано, но опять же, это пластик, нужно сразу одевать какой-нибудь чехольчик. Давайте, наверное, еще одену, покажу вам, как выглядит в силиконе. Пленка, конечно, и подарок, это спасибо. Любому подарку всегда спасибо. Достану, покажу. Силикон, большая редкость, сейчас стали почему-то класть пластмассу. Вот такие вот, или экономия, или дешевле, хотя это даже не назвать силиконом нельзя, это дешевая обычная резинка. Но лучше использовать какое-то время вот его, да, видите, это вообще вот простая, дешевая, там может за $0,5 резинка. Но тем не менее, лучше вот так вот одеть это все в резинку. Тем более, ничего не стесняет, место не занимает, и ощущение такое, что так и есть. То есть вот так вот, видите, это все в силиконе выглядит. Ну, прикольно, конечно же. Сейчас я отключил автоматическую яркость. Опять же, вибрация неплохая, отметил бы я, вот срабатывает вибрация, когда назад возвращаемся. Ну, видите, быстрый смартфон, шустрый, Intel Atom, довольно производительное железо. Все, что нужно, здесь уже предустановлено, не нужно заморачиваться. Пояснение, видите, раскладка и русской клавиатуры. То есть, по достоинству люди оценят, те, кто, как правило, пользуются полукастомными прошивками. Здесь все, видите, от центра, то есть, не нужно тянуться. Можно и одной рукой управлять, посмотрим. Здесь NFC, судя по всему. Та штуковина, которая была на тыльной стороне. Я думал, что это беспроводная зарядка. Ну, возможно, это и есть беспроводная зарядка. То есть, можно одной рукой, видите, меньше сделать экран. То есть, допустимо до желтого. И дублировать. То есть, кому мало, перешел. Ну, опять же, 5,5, видите, вот я держу просто, вот моя рука средняя. Я не дотягиваюсь. Где-то еще около сантиметра мне не хватает, чтобы дотянуться до верхней строчки, чтобы что-то запустить. А вот при такой диагонали, это размер где-то 4 дюйма. Вот экран 4 дюйма. Я включу, чтобы подсветить, чтобы его увидеть. То есть, смотрите. Вот. Примерно здесь 4 дюйма. Может быть, чуть больше. Сам дисплей 4,2 дюйма. То есть, здесь удобно. Вот так. Видите, это все работает. Дублирует полностью рабочий стол. Все приложения. То есть, это действительно удобно. И правильно реализовано. Можете двигать. Нужно попасть на вот эту штуковину, чтобы правильно ее куда-то сдвинуть. Ну, здесь растягивать больше-меньше, вот максимально, минимально. Но вот как ее сдвинуть, не пойму, или зафиксировать нужно. Должна она срабатывать. Ну да ладно. Пока отключим, потому что
сейчас распаковка, нет смысла расписывать, описывать данную технологию. Попробуем более детально, но очень много всяких новшеств, изменений буду тестировать, друзья, более детально уже в обзоре, как обычно, с вами поделюсь, без всяких купюр, сказок, венского леса и так далее. Но первое впечатление о смартфоне неплохое. Пока что посмотрел на камеру, сначала немножко не понравилось, но в настройках все включил, все работает. Но буду смотреть, опять же, забегать никогда вперед мы не будем. Но красивый действительно смартфон, цена интересная, два радиомодуля, это всегда плюс. Спасибо за просмотр, друзья. Понравилось видео, отметьте видео лайком. Постоянным зрителям всегда огромный респект. Новым рекомендую подписаться на наш канал. Всегда все самое интересное, новое у нас. Также на нашем сайте badandroid.com. Всем удачи, позитива, пока!